эфире игра «Ума палата». Сегодня заработать 100 тысяч рублей собрались школьники. Однако прежде чем задать вопросы телевикторины, я хотел бы предложить вопрос из курса истории за 9 класс. Итак, знают ли наши сегодняшние игроки человека, который боялся кошек, но любил шляпы и имел их в своей коллекции более 200 единиц? А когда он видел уснувшего на посту солдата, то не наказывал его, а вставал на его место. Подсказка. Этот человек стеснялся своего небольшого роста и полноты. Думаю, наши сегодняшние участники знают ответ на этот вопрос. А пока познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Тихонов Александр, 10 класс физико-технического лицея имени Ларионова. Захаров Феликс, 10 класс, также ФТЛ имени Ларионова. Александр, вопрос о человеке, чью биографию изучают в 9 классе, я хочу адресовать именно вам. Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Я скажу Наполеон Бонапарт. Ваш ответ принят. Скажите, пожалуйста. Разумеется, ответ был правильный. История относится к числу ваших любимых школьных предметов? Можно сказать, что да. А какие предметы вы все-таки назовете в числе своих самых любимых? Своих самых любимых я, наверное, назову алгебру и обществознание. Неплохо. Точные науки и науки гуманитарные. Ну что же, Феликс, скажите, пожалуйста, а зачем вы пришли на сегодняшнюю игру? Во-первых, меня позвали, и мне также хотелось бы получить новый опыт в интеллектуальных играх. Раньше такого опыта не было? Раньше такого опыта у меня не было, и это, ну, мой первый раз, в принципе, на телевидении. Ну что ж, желаем вам удачи. Феликс, скажите, а какие предметы даются вам в школе лучше всего? Это точные и технические науки. Будем надеяться, что вам больше будут попадаться именно вопросы из этого круга. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы заработать 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик. В нем два шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, начинает в нашей игре отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. А что, там нет шара? Попробуйте все-таки, Александр. Есть. Ага. Есть и стряпочка, аж потащу. Ну хорошо. Феликс, вы получили преимущество. Это означает, что вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь правила нашей игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Феликс. Итак, первый раунд. Феликс, назовите город невест. Пас. Иванова. Александр, автор картины «Грачи прилетели». Пас. Феликс, сколько в трех десятках простых чисел? 27. 10. Александр, где находится город Баден-Баден? США. Германии. Феликс, именем какого математика названа прямоугольная система координат с перпендикулярными осями? Евклидова. Рене Декарта. Александр, как называется мыс, который является крайней северной точкой материковой России? Мыс Дежнева. Мыс Челюскин. Феликс, какая страна имеет форму сапога? Италия. Верно. Александр, у какой страны не прямоугольный и не квадратный флаг? Катар? Непал. Феликс, где находится гора Олимп? Греция. Верно. Александр, какой итальянский ученый произнес фразу «и все-таки она вертится»? Пас. Галилео Галилей. Феликс, назовите столицу Литвы. Вильнюс. Верно. Александр, на территории какого современного государства находится Трансильвания? Румыния. Верно. Феликс, улица, на которой жил Шерлок Холмс? Пас. Бейкер-стрит. Александр, второго по размерам пингвина называют королевским, а как называют крупнейшего? Великий. Императорский. Феликс, по чьей инициативе был открыт первый в России университет? Ломоносова. Верно. Александр, что такое чихуахуа?
Собака? Верно. Феликс, какой драгоценный камень при сгорании становится просто сажей? Алмаз. Верно. Александр, кто автор известной детской сказки о щелкунчике? Чайковский. Гофман. Феликс, при этом царе появился табель о рангах. Петр Первый. Верно. Александр, назовите теорему, которая позволяет находить корни квадратного уравнения без вычисления дискриминанта. Виета. Верно. Феликс, экваториальное созвездие. Пас. Орион. Александр, из какого произведения эти строки? Карету мне карету. Горе от ума. Верно. Феликс, в какой стране кошка является священным животным? Турция. Египет. Александр, у этого духового время вышло. Я не успеваю закончить вопрос. Хуже, чем контрольная по истории. Да. Первый раунд завершен. И общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего за первый раунд я задал вам 23 вопроса. При этом Александр дал 4 правильных ответа, а Феликс – 6. Александр, скажите, что вам давалось трудно? Какие вопросы показались вам наиболее сложными? Вопросы на общий кругозор. А кроме вопросов, что-нибудь вас еще смущает? Может быть, скорость, темп, волнение, первый раз? Скорость смущает. Но будем стараться отвечать поскорее уже во втором раунде. Феликс, сейчас вы побеждаете своего соперника. 6 правильных ответов. Как вы думаете, во втором раунде удастся показать результат чуть получше? Ну, я попытаюсь ответить правильно на большинство поставленных мне вопросов. Вопросы сами как оцените? Показались они вам сложными или легкими? Ну, вопросы, в принципе, можно ответить при наличии общей эрудиции. Замечательно. Ну что же, давайте приступать ко второму раунду. Феликс, вы получили преимущество. Теперь вы отвечаете первым на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы, Феликс, не ошибетесь ни разу, вы не предоставите Александру ни единой возможности ответить на вопросы. Феликс, какая самая редкая группа крови? Четвертая. Верно. Феликс, Земля состоит из 3 слоев, которые различаются из-за разной температуры. Как вы его 3 слоя? Назовите их. Александр, кто был первой женщиной в космосе? Пас. Валентина Терешкова. Феликс, где на теле человека больше всего потовых желез? Пас. Нижняя часть стопы. Александр, сколько примерно времени требуется солнечному свету, чтобы достичь Земли? 8 минут, 8 часов или 8 дней? 8 минут. Верно. Александр, сколько костей в теле человека? 203. Очень близко. Александр, 206. Может ли молния ударить по одному и тому же месту 2 раза, Александр? Да. Верно. Как называется процесс расщепления пищи? Пас. Александр. Пищеварение. Феликс, при какой температуре градусы Цельсия и Фаренгейта равны? 0. Минус 40 градусов. Александр, назовите 4 основных драгоценных металла. Золото, серебро, алмаз. Платина и палладий. Феликс, космических путешественников в США называют астронавтами. В России их называют космонавтами. Откуда тайконавты? Китая. Верно. Феликс, какой частью человеческого тела является подмышечная впадина? Пас. Подмышка. Александр, что замерзает быстрее, горячая или холодная вода? Холодная. Горячая. Феликс, как жир покидает ваше тело, когда вы худеете? Через выдох. Через пот, мочу и дыхание. Александр, эта часть мозга отвечает за слух и речь. Это лобная доля? Височная доля. Феликс, какой цвет имеет наибольшую длину волны в видимом спектре? Красный. Верно. Феликс, это единственный вид собак, который может лазить по деревьям. Как он называется? Пас. Серый лис. Александр, у кого больше волосяных фолликулов? У блондинов или брюнеток? У брюнеток. У блондинок. Феликс, как называется самая глубокая точка Мирового океана? Марианская впадина. Верно. Феликс, какие острова были тщательно изучены Чарльзом Дарвином? Пас. Галапагосские. Александр, как называется человек, изучающий окаменелости в доисторическую жизнь? И доисторическую жизнь, например, динозавров. Археолог. Палеонтолог. Феликс, как назвал? Время вышло. Ты уж набили 20-ку? Нет. И там надо у одного 20-ка. То есть это уже 10-ка была. Я не считал просто. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. За второй раунд я задал вам 21 вопрос. При этом Александр дал 3 правильных ответа, а Феликс 4. Это означает, что для вас, Александр, игра, к сожалению, закончилась. Как вы думаете сами, что помешало вам выиграть своего оппонента? Мои знания. Вы расстроились? Нет. Молодец.
Это, наверное, стимул для того, чтобы учиться чуть лучше в школе, правильно? Да. Конечно. А что-то можете пожелать Феликсу? Вы с ним хорошо знакомы. Это ваш одноклассник. Я хочу пожелать тебе удачи. Ну что же, надеемся, что ваше пожелание сбудется, потому что удача, так же, как и знания, обязательно пригодятся Феликсу. А так, Александр, мы вас благодарим за игру. До свидания. До свидания. Феликс, скажите, готовились ли вы специально к нашей игре или пришли с теми знаниями, которые у вас есть, и не пытались дополнительно что-то выискать за несколько дней до игры? Нет, не пытался. Все со своими знаниями. В школе как учитесь? В школе, ну, довольно посредственно, на самом деле, если честно. Ну что же, надеемся, что пожелания Александра вам обязательно пригодятся. А пока что мы приступаем к третьему раунду. Феликс, ровно одну минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вам удастся довести счет правильных ответов до 20, вы сможете побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей. Я напомню вам и также нашим телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Феликс, под каким псевдонимом известен писатель Джон Грифит Чейни? Джон Джек Лондон. Какой драгоценный камень на Руси называли синим ахантом, яхантом? Сафир. Верно. Название какой обуви в переводе с французского означает «крепкие сапоги»? Латы. Подфорты. В каком виде спорта используется удар «сухой лист»? Пас. В футболе. Кем служили подчиненные Николая Архарова, которые стали называться архаровцами? Пас. Полицейскими. В состав какого грузинского соуса обязательно входит пряность «болотная мята»? Пас. В Кемале. Где выпиты имена 72 величайших ученых Франции? Пас. Первый этаж Эйфелевой башни. Какой композитор использовал для общения со знакомыми так называемые разговорные тетради? Бах. Бетховен. Какое русское выражение происходит от названия бельгийского города Мехелен, известного центра колокольного литья и колокольной музыки? Пас. Малиновый звон. В Греции их назвали отцом трагедии и отцом комедии? Гомер. Эсхил и Аристофан. Сколько раз в сутки подзаводят куранты Спасской башни Кремля? 12. Два раза. Кто первым получил Нобелевскую премию по литературе? Пас. Сюлли и Придом. Каков роман Фенимор Купер «Время»? Пас. Вышло. За финальный раунд мне удалось задать вам 13 вопросов. При этом вы дали только один верный ответ. Разумеется, этого недостаточно. Для вас игра также закончилась. Феликс, какие выводы мы могли сделать по результатам нашей игры? Ну, в принципе, я считаю, я довольно эрудированный, потому что вопросы были очень разношерстные. И на некоторые из разных сфер я все-таки смог ответить. Мы надеемся, что в следующий раз вы обязательно вернетесь в нашу игру для того, чтобы все-таки взять эту вершину. А пока что я могу сказать, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20. И потому покидайте нашу игру. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». Игра, где с помощью ума, азарта и удачи можно выиграть 100 тысяч рублей. Сможет ли это сделать наш следующий игрок? Узнаем через секунду. Это игра «Ума палата». Ученые и химики утверждают, что секрет прочности этого архитектурного сооружения в том, что его блоки скреплялись специальным раствором на основе риса. Любопытно, знают ли наши игроки, о каком сооружении идет речь? Узнаем прямо сейчас. Представьтесь. Меня зовут Алексеева Арина, я работаю менеджером по продажам. Меня зовут Герасимов Алексей, я студент Северо-Восточного федерального университета ИТИ. Алексей, да? Вы знаете, о каком сооружении я только что говорил? Я пас, на самом деле, но я думаю, что это китайская стена, я думаю. Ваше предположение такое? Да. Китайская стена. Понятно. Если вдруг фортуна сегодня будет на вашей стороне, и вы сможете получить шанс выиграть 100 тысяч рублей, вы уже придумали, на что потратите? На права и на зрение, наверное. Ну хорошо. Пусть ваше зрение сегодня вас не подведет, потому что вопросы будут появляться на экране. Арина, вы представились менеджером по продажам, соответственно, очень хорошо умеете считать деньги. Вы-то уже точно должны были решить, куда потратить? Да, в копилку на покупку машины. Достойно. Посмотрим, осуществится ли ваша мечта об автомобиле сегодня. В какой области знания? Автозапчастей, по большей части, и математика. Вы хорошо разбираетесь
Ну, да, буду считать, что да. Ну что же, проверим это. Великое начинается с малого. Алексей, а есть ли та область знания, в которой вам нет равных? Я думаю, да. Потому что надо все время развиваться, и нельзя быть прям таким гением на все 100%. Поэтому... Ну, в чем вы разбираетесь? Маломальски хотя бы. Наверное, в стратегии и тактике. Угу. Ну ладно, стратегии, тактики, так и запишем. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех раундах нашей игры, коих будет ровно 3. Пока что рядом с вами стоит черный ящик, в котором находятся два шара красного и синего цветов. Вам нужно вытянуть одновременно один из шаров. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет начинать первый раунд первым. Приступайте. Арина, вы будете отвечать на вопросы нашего первого раунда первой. Верните шары на место. В игре 3 раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Первой начинает Арина. Итак, первый раунд. Арина, сооружение для стрельбы помещением из ручного огнестрельного и пневматического оружия. Пас. Тир. Алексей, восклицание, означающее радость открытия. Пас. Эврика. Арина, другое название Древней Греции. Пас. Эллада. Алексей, сколько животных Моисей поместил в ковчег? Пас. Нисколько. Ковчег был у Ноя. Арина, можно ли натощак съесть 2 печенья? Да. Нет. Алексей, священная книга мусульман? Как она называлась? Пас. Коран. Арина, в какой стране есть музей-квартира Антона Чехова? Санкт-Петербург. Шри-Ланка. Алексей, что нельзя услышать, даже если об этом говорят? Не пас. Тишина. Арина, наемные рабочие, передвигавшие речные суда вручную с помощью бичевых и весел, это? Пас. Бурлаки. Алексей, в боксе возглас судьи, означающий, что боксер нокаутирован? Нокаут? Аут. Арина, ископаемый слон. Мамонт. Верно. Алексей, богатый покровитель наук и искусств. Ломоносов. Меценат. Арина, вес груза без упаковки. Пас. Нет-то. Алексей, заключительная часть дистанции соревнований. Пас. Финиш. Арина, первый публичный показ нового спектакля. Пас. Премьера. Алексей, царица цветов. Это? Сардана. Роза. Арина, сколько ног у паука? 8. Верно. Алексей, какая река дважды пересекает экватор? Конго. Арина, что кричал попугай Флинта? Пас. Пиастры. Алексей, в одной советской рекламной кампании об этом товаре говорилось так. Ланолин снимает мышечные боли, прекрасно испаряет и поглощает влагу. Нам помогают овцы, козы и даже верблюды. Также было рекомендовано не валять дурака, скорее идти в магазин. Пас. Валенки. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 20 вопросов. При этом Алексей дал 0 правильных ответов, а Арина 2. Арина, почему только 2 правильных ответа? У меня скорее вот то, что сам темп вопросов немножечко озадачил. То есть я знала вот вопрос нет-то, да, вроде бы знала, но из-за темпа всех вопросов что-то как-то все улетучилось. У вас медленный мозг, как говорят наши участники? Видимо. Видимо, да. И, видимо, по этой причине вы решили, что Санкт-Петербург – это страна? А я вообще что-то не подумала об этом. А наемные рабочие, которые передвигали речные судна, это я не знала. Бурлаки вы не знали? Нет, это не знала. И картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге» вы, конечно, не видели. Понятно. Может, Алексей? Да. Почему 0? Я многого не знал, но я знал так много. Вы ничего не знали? Почти. Почти. А на какие-то вопросы вы знали ответ? Мамонт, 8 ног. Мамонт? И то, что царица цветов – это Сардана? Ну...
Я в этом не разбираюсь, поэтому то, что пришло мне в голову. Что пришло в голову? Абсолютно. Ну, по крайней мере, можем похвалить вас за то, что вы патриот своей малой родины. Арина, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход в это, хода в этом этапе происходит после первой ошибки. Это означает, что игрок, который не ошибается, может не оставить своему сопернику ни единого шанса ответить хотя бы на один вопрос. Арина, какая птица делает в гнезде подстилку из рыбьих костей? Чайка. Зимородок. Алексей, как самая маленькая часть света? Пас. Австралия. Арина, у кого уши на ногах? Пас. Кузнечик. Алексей, как зовут ученого, чье имя теперь носит прямоугольная система координат? Пас. Декарт. Арина, денежная единица Японии? Юань. Иена. Алексей, басня Крылова про мартышку, осла, козла и медведя называется? Пас. Квартет. Арина, какой океан на нашей планете самый глубокий? Тихий. Верно. Арина, какие насекомые выпивали по 3 чашки чаю с молоком и крендельком в сказке Чайковского? Муха, цокотуха. Муравьи. Букашки. Алексей, самая близкая к Солнцу планета это? Венера. Меркурий. Арина, как называется координата точки на оси Х? Пас. Абсцисса. Алексей, утконос – это млекопитающее. Правда ли, что он откладывает яйца? Да. Да, верно. Алексей, отношение пройденного пути к затраченному времени – это? Расстояние. Скорость. Арина, сколько слогов в слове летоисчисление? 7. 7. Верно. Арина, какой цвет получится, если смешать синюю и желтую краску? Зеленый. Верно. Арина, в каком году родился Петр I? Пас. В 1672. Алексей, первый из европейцев, достигших берегов Австралии, это? Пас. Янзон. Арина, какая богиня соответствует древнегреческой Афродите в римской мифологии? Пас. Венера. Алексей, кто в одной из самых известных сказок Андерсена изготовил зеркало, в котором все доброе кажется злым, а злое только ярче бросается в глаза? Белоснежка. Тролль. Арина, кто из российских императоров стал последним? Пас. Николай II. Алексей, какой из животных в списке можно назвать санитаром леса? Так, муравей? Волк. Арина, Сивка-Бурка – это герой одной из русских сказок. А еще он? Пас. Конь. Время вышло. Второй раунд завершен. Сухие факты следующие. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Алексей дал 1 правильный ответ, а Арина – 3. Это означает, что в финал игры «Ума палата» проходит именно Арина. Алексей, что вам помешало, как будем оправдываться? Я не оправдываюсь. Ну, найдите причины. Их нет. Их нет. То есть зритель должен понять, что ничего нет в голове у Алексея. Ну, наш клуб хочется. Век живи, век учись. Ну что же, будем желать вам удачи в вашей учебе. Учитесь, идите. Я знаю. До свидания. До свидания. Арина, если с Алексеем все понятно, и мы его, слава богу, выпроводили, то, может быть, вы все-таки что-то ответите, почему так мало правильных ответов? Ну, опять-таки, из-за скорости. Из-за скорости? Скорость вам мешает? Не могу так, оказывается, быстро в моменте найти ответ у себя в голове. А с течением времени, возвращая в памяти все те вопросы, которые вам задавались, вы знали на них ответы и могли бы сейчас их дать? Ой, сейчас я уже забыла, какие там были вопросы. Видимо, не только в скорости, но и в объеме вашей памяти. Понятно. Арина, вы готовились для нашей игры? Ну, пассивно. Только смотрела ваши передачи предыдущие. И так примерно так, через приложение там какие-то. Так. То есть так. Темп моей речи не был для вас сюрпризом? Вы все-таки знали, что я задаю вопросы быстро? Просто я в таком вот первый раз участвую. И никогда раньше такого не было. Понятно. По крайней мере, можем вас похвалить за то, что вы смотрели нашу передачу. Спасибо. Арина, ровно 1 минуту. Я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 за всю игру, у вас появится уникальный шанс выиграть денежный приз 100 тысяч рублей. Я напоминаю вам о том, что этот денежный приз можно выиграть в конце нашего телесезона. Арина, антофобия – боязнь цветов, апифобия – боязнь пчел и ос. Чего боятся айлурофобы? Пас. Кошек. Сколько грамматических основ могут входить в состав простого предложения?
4. Только одна часть какого континента является Марокко? Пас. Африка. Как называется теорема в геометрии, позволяющая вычислить длину гипотенузы прямоугольного треугольника? Пас. Теорема Пифагора. Как называются кости позвоночника? Позвонки. Верно. На каких российских конфетах изображена картина «Утро в сосновом лесу»? Мишки в лесу. Мишка косолапый. Сколько точек на одном игральном шестигранном кубике? 14. 21. Как называется угол, если он больше 90 градусов? Тупой. Тупой. Есть миф, что у кошек несколько жизней. Сколько их? Одна. Девять. Девять. Если в Москве час дня, сколько времени во Владивостоке? Час дня. 7 часов. 8 часов. 8. Является ли 18 простым числом? Нет. Нет. Что воровал чеховский злоумышленник? Пас. Гайки. Время вышло. Арина, игра завершилась для вас. Как ваши ощущения? Ну, такие будоражащие, что это? Будоражащие. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы предполагали, что игра, которую вы смотрели по телевизору, в реальности будет именно такой? Примерно, да, предполагала. Просто не была, оказывается, к этому готова на подсознательном уровне. Mm-hmm. А что ожидали? Что совпало с ожиданием? Ну, то, что я все-таки слаба в знаниях истории и литературы. То, что я до этого знала, и вот просто сказать, что у меня проблемы с памятью. Mm-hmm. Вот, да, это вот именно эту тему касается. Ну, хорошо. Спасибо. Видимо, зря вы хотели копить на машину. А ничего придется страшного. Копить из других средств. Не за счет наших денег. Итак, за время игры я задал вам 12 вопросов. Вы дали мне 4 правильных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20. Это означает, что сегодня вы покидаете нашу игру. До свидания. Спасибо за игру. До свидания. Это игра «Ума-палата». Я все еще сохраняю надежду, что игроки не упустят своего шанса заработать 100 000 рублей. Случится ли это, узнаем на следующей неделе.